Ах, как все запуталось за последний год. Думали исправиться, думали пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Помаши с балкона мне гаечным ключом. Может, и сантехником стану я еще. Ничего само собой не наладится. Надо было за три моря ходили. Я пришлю тебе зеленое платьице и большой с красной кнопкой будильник, чтобы ты не проспала наши радости, чтоб жилось тебе легко и красиво. Я пришлю тебе восточные сладости и еще бочонок светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год, но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня и уже вчера. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Нет, уже не мальчик, знаю, что почем. А вернусь, наверное, тертым калачом. Я звоню тебе из города Хьюстона. Все в порядке, только очень скучаю. Все плоды здешней флоры. Я пришлю тебе письмо о свободе там и финансовый отчет дню милиции. Все, что мы растратили за последний год, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, вернет. В кошельке заштопаю черную дыру и мотив единственный к тексту подберу. Это ведь не горе и даже не беда, если я сантехником не стану никогда. Ничего само собой не наладится. Надо было за три моря ходили. Я пришлю тебе зеленое платьице и большой с красной кнопкой будильник. Послезавтра и у нас все наладится. Да ведь не зря ж за три моря ходили. А тут уж свое зеленое платьице и поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть, я один. Здравствуйте, в эфире программа «Споемте, друзья», и ведущая этой программы в зеленом платьице Татьяна Висбор, исполнившая это замечательное безобразие, на мой взгляд, это Вадим и Валерий Мещуки. Они сегодня в гостях в студии телеканала «Ностальгия». Я очень рада вас здесь видеть. Мало того, вы про платьице, вот скажите честно, вот задумали эту первую песню сразу, да, нет? Как да, раз, да. Слушай, как я люблю, сюрпризы. Знаете, и знали, да? Вот да. Это как замечательно. Ребят, я вот вчера в интернете пыталась про вас узнать, где вы были
в последнее время, что вы делали, чем занимались. Понятно, чем занимались. Это не секрет ни для кого. Дома вас не застать. То есть старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Но в интернете информации практически нет. То есть, а тут такой подарок, опять-таки, в этой песне, что за год намаялись, и что-то там происходило. Вот что происходило за отчетный период, кроме твоего юбилея? Не. О, юбилей. Это был давно. Давно. Знаете, что юбилей был в отчетном году. В июле прошлого года, да. Я вступил в клуб «Кому по». Валера вступил туда. Валера давно уже вступил. На 5 лет раньше. У него ничья, сейчас 5-5 пока, да. Так что, да. Ну, что рассказывать? Что творилось? Как, если перечислять города, в которых мы побывали, это, ну, зачем? Какой смысл? Ну, хорошо, тогда хотя бы особо запомнившиеся. Ну, дело в том, что у нас, мы живем сейчас совсем, в общем-то, может быть, другим немножко. Дело в том, что у нас в этом году, осенью исполнится ровно 30 лет. Это никакая не подгонка там специальная какая-то. А я знаю, 77-й год Грушинский фестиваль, да, я помню. Да, ровно 30 лет, как мы с Вадимом совместно начали заниматься авторской песней. Тихий ужас. То есть 30 лет, это уже... Это не 29, серьезный, я понимаю. Серьезный срок, 50 с лишним, как вы вместе сосуществуете, да? Практически. Ну, да, и 30, когда произошел вот Да, этот... и вот на фоне вот этого готовящегося нашего юбилея и все остальное, мы сейчас записываем альбом, посвященный этому важному для нас событию. Ездим по городам, да, с этим с программой, посвященной. Уже объездили, вот сейчас в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, в сентябре месяце мы ездили по Америке, да? С этой программой. Да. А как программа? Как она называется? И альбом как будет называться? Ох, это еще неизвестно. Да. Я не знаю, как будет называться альбом. Ну, в общем, будут песни какие-то, да. Скажите, а чьи эти чудесные стихи? Я забыла спросить. Вот эти? Для меня эта песня будет называться «Всю жизнь про зеленое платьице». Большое спасибо. Догадались, что надо? Догадались. Нет, но дело в том, что да, я знаю, что в вашем дуэте Вадим в основном пишет музыку, а Валера в основном пишет поэт. Он занимается серьезным делом, Вадик, согласись, правильно? Ну, что же. Более серьезным, нежели... Может, еще не серьезно, да? Но я пишу, конечно, такое все. Хорошо, раз мы заговорили о телеканале, ну, не заговорили, а вы присутствуете на телеканале «Ностальгия», я бы хотела, чтобы вы песенную ассоциацию вот с этим словом, с этим, как бы... Причем она, я говорю, что впрямую она может не совпадать, песня, да, вообще со словом «Ностальгия». То есть ты хочешь песню услышать? Я хочу песню услышать. Да. А нет, дело в том, что вы мне сказали, что у вас практически каждая, если не первая, то вторая точно именно с этим чувством. Кстати, первую тоже можно было, то, что ну, это спели. Судить зрителям, в общем-то. Ностальгия – это не ностальгия. Знаешь, вчерашний день – это тоже ностальгия уже, понимаешь? Так что да. И часто это уже тоже ностальгия. Да. Все можно обозвать ностальгией. Ну, я думаю, что так и сложится у зрителя впечатление, что мы ностальгируем. Хотя и передача так называется, «Ностальгия». Но даже все наши ностальгические песни, они про настоящее. Я хочу предупредить об этом с самого начала. Это те чувства, которых, может быть, нам не хватает вот в какой-то общественной атмосфере сегодня. Это слова поэта. Владимир. Я не знаю, но поэтому я для нас просто. Я тоже. Это, для нас то, о чем мы поем, это не ностальгия, это настоящее, то, чем мы дорожим сегодня. Вот, ну, а песня. Ну, я думаю, что... Давай на стихи нашего Алексея Морозова, любимого, да. Вот это как будет такой ярчайший пример ностальгируемой песни, да. Если передача выйдет под 8 марта, да, то, естественно, все будут сидеть за столами. И вот как раз под застолье мы и споем. Ну вот и опять застолье, и в масляных пятнах плед. Наследие времен застойных, последних счастливых лет, где водочки привкус тины, где речи вождя смешаны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны, и жены еще невинны, и
сами мы не грешны. Лощеный бармен за стойкой сварганит любой коктейль, а я из времен застойных алжирского захотел. Там вкус карамели взлетной, там дым папирос прибой, и свитер прожженный слетный, и пух над верхней губой, и свитер прожженный слетный, и пух над верхней губой. Давайте же выпьем, братцы, за этот горний приют, куда уже не добраться, где нас еще не поют, где хрипло дерзит Высоцкий, подвинув плечом конвой, и больно глядеть на солнце, и Леннон всегда живой, и больно глядеть на солнце, и Леннон всегда живой. Где водочки привкус тины, где речи вождя смешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны. Замечательно. Я хотела сразу спросить вот что. У меня был на одной из первых программ Леша Иващенко. Угу. И вот как раз мы коснулись даже не Битлз, это был образ. Вот песня. Он сказал, что сейчас готово практически, выросло поколение очень молодых и очень сильных авторов. Вдруг они откуда-то появились. И он говорит, уже готовы люди, которые могут написать свою «Yesterday». То есть они уже выросли. Вот по опыту фестивалей ваших и участия... Вот, «Yesterday» так просто не напишешь. Не, минуточку. Да, это был образ, да? Ну, скажем, что это был образ. Понятно, да. Мы уже на эту тему с Лешей беседовали. Просто я говорю, что сейчас появилось поколение молодых людей, которые вот выходят и пишут хорошо. Вот что. Ну, честно говоря, мы... На фестивале ездим не журить. Да что чаще ты? Всего, да. Ну, смотри мне в глаза. Валера, не, ну стараемся, по крайней последний мере. Последний раз я с тобой сидела именно в журнале. Ну, правильно. Но правда, это было давно. Да, да. Два года назад тоже. Лучше больше попить, чем... Ну, правда, на самом деле. Вот. А вообще, ты знаешь, вот эти все жюри, да, это, конечно, такое как-то странное да. Как-то занятие. Да, как-то это очень-очень не по душе нам, поскольку... Понимаешь, один раз, я помню, мы прослушали иногда... Не то, что судьи кто, но 89 просто... человек, да. Да, и после этого как бы сразу мы сказали, что все, я уже... То, что надо сказать, там какого-то интересного автора, понимаешь, да. Тяжело очень. После 20-го уже ничего не соображаешь. Мы очень любим Лешу. Он у нас восторженный человек. Это есть. И это к нему привлекает в том числе. Но вот таких авторов, как Леша, я боюсь еще поискать и поискать молодых. И я скажу почему. Дело в том, что я боюсь, что был не то, что мы большие теоретики в этом смысле, но все-таки кое-какие выводы для себя за 30 лет сделали. И вот, во-первых, выращиваются авторы не за год, не за два, а в течение достаточно продолжительного времени. Вот такой вот наш жанр. Он не предусматривает таких мгновенных взлетов, мгновенной популярности такой вдруг. Сколько времени пришлось, ну, я не знаю, себя как-то позиционировать в авторской песне Лене Фроловой, чтобы все-таки о ней заговорили, да. Чтобы ее действительно узнали. Вот сколько времени? Достаточно много. Она начала в 16 лет.
ну, юный возраст, можно сказать. И сколько сейчас лет, уже не будем говорить. Вот, но прошло достаточно много времени уже. Вы понимаете? И это я к зрителям обращаюсь. А ты это понимаешь, конечно. Я тоже. Нет, я думаю, что мы сейчас прервем это философствование и споем, а потом вернемся. Нет, потом вернемся к самому крупному фестивалю вообще всех времен и народов, к нашему Вудстоку, на Грушинский фестиваль. Просто вам есть что о нем рассказать. Я думаю, что это будет интересно нашим зрителям. Так, а что мы споем, Ваня? Да что мы споем? Давай споем, 20 лет прошло. Да? А вот, кстати, тоже, да. Вот, кстати, да. Ну, раз у нас ностальгия, так ностальгия, да. Действительно. Не уби, учили, не спи, не лги. Я который год раздаю долги, но мешает давний один должок. Леденцовый город, сырой снежок. Что еще в испарине тех времен? Был студент речист, невесимо умен, наряжался рыжим на карнавал, по подъездам барышень целовал. Я тогда любил говорящих нет, за капризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь ноготком стуча музыкальным ладчиком без ключа. Голосит разлук, как горчит звезда. Я давно люблю говорящих, да. Все томнится сердце сквозь дали лед. Колокольным деревом прорастет, а должок остался на два глотка. И записка мокрая, коротка. Засмоли в бутылку воды морской, той воды морской пополам с тоской. Хорошо в безусому паруси, милицейской ночью летит в такси. Тормознешь лбом, саданет стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. Я забыл, как звали моих подруг, дальнозорок сделался близорук. Да и ты ослепла почти душа, в поездах простуженных мельтеша. Наклонюсь к стеклу, прислонюсь весней, 20 лет прошло, словно 20 дней. То ли мышь под пальцами, то ли ложь, поневоле слезная запоешь. Хорошо безусому паруси, милицейской ночью летит в такси. Тормознешь лбом, саданет стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. Вы знаете, я даже говорить не могу после этой песни. Вот если вот. Честно, мне просто... Это были стихи Бахыта Кинжеева. Замечательные стихи, и не буду делать... Ты сразу так не грусти. Ты знаешь, а ты знаешь, я подумала про себя и про свой возраст почему-то. И вот ты знаешь, он в этом отношении совершенно попал в нас, вот тем, кому, как ты говоришь. Да, ну я еще, так сказать, дайте мне еще пару лет, я вас догоню, друзья, я недалеко. Но тем не менее, знаешь, по старой памяти хочется нравиться. Это прекрасная фраза Гафта из одного тоже замечательного фильма. Вот. Но я вот что подумала, что как раз сейчас, кстати, вот вспомнить тот наш Грушинский фестиваль, который был когда-то, который есть сейчас, и на который вы в следующем году наверняка поедете просто по определению отмечать там 30 лет. Понимаешь, ну, Грушинский фестиваль, может, не то место, где отмечается 30-летие, понимаешь? Нет, ну вы отмечаете 30-летие первого выступления. А, ну создание дуэта, да, я поняла. Да, выступление, это ладно. Нет, даже не дуэта, нет. Ну, что ты можешь сказать про Грушинский фестиваль? Не знаю. Я могу сказать только одно. Главное, что он есть. Это уже немаловажно, понимаешь? То есть как знаковое. Да, он, конечно, меняется в худшую, в лучшую сторону, как кому судить, понимаешь? Нам тяжело, наверное, потому что, во-первых, мы там давно уже не жюрим. Угу. Мы, вот я сказал, когда это было, там, 15 лет назад, 89 человек. Ну, может, не 15? 15. 15 ну, в общем-то, да. Где-то так. Даже больше, я бы сказал. 15, даже 17, 18 лет. И мы, скорее всего, больше жить мы не будем. И приезжаем-то просто петь песни. Поэтому
Я понимаю людей, которые сидят и слушают на жаре или под дождем. Да, хороших авторов. Найти там хорошего автора невозможно. Очень тяжело. Это точно. Нет, ну там вместе с вот как раз с водой того младенца и выливают. Мы можем по-разному относиться, как бы люди, я знаю, относятся по-разному там к Тимуру Шаво, например, да. Ну, у нас еще раз теплые отношения. Но тем не менее, он был лауреатом Грушевского фестиваля когда-то очень давно. И что, и ничего, понимаете? Пока его не заметил наш друг и продюсер Евгений Вдовин. Понимаешь? А так ничего Грушевского фестиваля ему не дал. Лауреатство там, это как бы бумага, это... Вот, понимаешь, хорошо бы, если бы любой фестиваль давал какую-то дорогу этим молодым, и, там, ну, не очень молодым, не знаю, кто там участвует в жюри. Ну, достойным людям, да? Давал какую-то дорогу. Вот, а он ничего не дает практически. Понимаешь? Ну, и вот действительно, это просто знаковое событие, и все. А дальше уже Вадим на самом деле сказал то, что я перед этим говорил. Вот сразу так сходу, вот как у нас Дима Билан, да, стал там вторым. Да, на Грушинском фестивале? Нет. На Евровидении. На Евровидении, да. И раскрутка такая пошла и так далее, и тому подобное. Нет, у нас такого... К сожалению. Не знаю, к сожалению, может, не к сожалению. А вот о другой теме. Я хотела спросить, да. Как стихи выбираете для себя? Только своих друзей? Потому что я знаю, что с Лешей Морозовым вы дружите. Нет, конечно. Не обязательно. Абсолютно. Оно может просто, знаешь, во-первых, мы читаем много. И закладочки. Этим можно гордиться, между прочим. Ну, удивление. Знаешь, мы знаем буквы даже. Мы читаем много. И знаешь, есть закладочки. Просто технология такая. Есть закладочки, да. Потом, когда, примерно помнишь стихотворение, да? Если когда-то оно легло, сейчас вот, может, такое настроение, тогда вот оно и открывается, и начинает что-то сочиняться. Понимаешь? А вот о самой технологии мы рассказывать не будем, потому что это, наверное, неинтересно. Это как бы, ну, это непонятно. Каждая песня по-своему сочиняется. Нет, я просто хотела. Алексея Морозова знаю тоже. И очень ему не нравится. И как врач, между прочим, как доктор, и очень известный это. Это не тоже не хухры-мухры. Да, значит, это практически Бога, как поэт. Да. Ну, то есть он же и есть поэт. Психоневролог, да. Психоневролог. Вот. И как еще замечательного поэта, замечательного человека. Просто хотелось его вспомнить, раз уж мы вспомнили его творчество. Да. Мы сейчас поем. Поем, говорим. Все. Психоневролог. Психоневролог, да. Я не знаю, что спеть хорошего. Ну, можно. Давайте, если передача будет выходить к 8 марта, я не знаю, да, возможно. То мы что-нибудь споем такое... близко, во всяком случае. Да. И нам приятно что-то такое посмотреть. А ты знаешь, чтобы два раза не вставать, про женщин можно спеть ведь всегда, правильно? Логично, ну. Да. Давай споем, можем спеть, давай споем про ангела. Хорошая песня, вот мне очень нравится. Да. А вообще можно. Хорошая мысль, да. Мы ее как-то вроде на телевидении ни разу не пели. А может, не пели. Обычно мы поем «Дорогая моя женщина», а сейчас поем такую другую. Да. Потому что пил боржом, а
душа другого просит захмелеть и воспарить. Где ж тебя мой ангел носит? Залетай, поговорить. Где ж тебя мой ангел носит? Залетай, поговорить. Поймем друг друга, ты душа, и я душа. У меня не дом, а угол, но заварка хороша. У меня две новых песни про тебя и про тебя. И пока мы будем вместе, лет, наверное, так 200, образумится земля. А потом настанет утро, ангел Божий чик-чирик, свет в окне, помада, пудра, 200 лет, а будто миг. Вспоминай меня, мой ангел, залетай, попьем чайку. Я уже устал от пьянки, на ладонь кладу щеку. На мыслителя похожи, просыпайся, новый век. С добрым утром, ангел Божий, или все же человек. С добрым утром, ангел Божий, с добрым утром, человек. Теперь давайте поговорим про мелких ангелочков. Вот я дорвалась наконец. Я и тебя, и тебя имею. Ты знаешь, есть такой курс молодого бойца, у нас будет курс молодого отца. Вот больше опыта в этом отношении, мне кажется, все-таки. Вот я имею в виду молодого отца у Вадика. Почему? Нет, ошибаюсь. Нет, нет, совсем у молодого. Это тут это еще моложе тебя еще есть отцы. Моложе, да. Есть, да. А вот мы с тебя начнем как с аксакала, потому что у тебя большой опыт воспитания совершенно великолепного, очаровательного существа, который, за которым, например, я как баишник, знаешь, вот я сама собираю байки за всеми, понимаешь? Мне некоторые люди звонят и говорят, а скажи, что я там сказал, я не помню. А я выдаю фразы, потому что я их очень хорошо запоминаю. И вот я за Степой Мещуком собирала анекдоты просто, потому что мне Вадик рассказал, и я просто за сказать, а что он еще сказал? Знаешь, как такие. Не, ну, Степан у нас, да, отличается умом что-то и сообразительностью. Что-то недавно совсем. Нет, я вспомню старое. Нет, а потом продайте новое, пожалуйста. Да. Сейчас вспомню старенькое. Новое, что-то я как бы, да. Из старенького. Ну, было, может, года 3,5. Ну, сейчас такие московские зарисовки легкие, да. Едем мы вокруг, около храма Христа Спасителя, ну, где-то 3,5 года. И вот жена мне говорит, вот посмотри, Степа, говорит, вот это говорит, храм Христа Спасителя. Говорит, а что случилось? Папа, а что случилось? Из последних, как бы, да, мне очень нравится, но тоже надо немножко Москву, наверное, перед этим. И когда зашел разговор о политиках, о революции, там, да, какой-то разговор, я говорю, а я знаю, это такой Ленин. Говорит, как? Ты знаешь, что такое Ленин? Ему было лет 7. Он говорит, ну как? Конечно, знаю. Он говорит, ну кто? Он говорит, ну как кто? Говорит, библиотекарь. Не имелось в виду станции Московского метрополитена. Библиотека имени Ленина. Вокруг которой сейчас спор идет как раз, да. Я всех слышал. Библиотека действительно в первый раз. Нет, это вообще было уникальный. Да, мне понравилась последняя рассказка Вадима. Когда, значит, его Вадим спрашивает, Степа, ты матом ругаешься? Степа подумал так и говорит, я в школе матом стараюсь не ругаться. Ему, правда, сейчас 11 лет. Да, уже. Уже, да. Ну, хорошо, ты пока еще у тебя рассказов таких нету. Ну, что мне рассказывать? Ну, расскажи про это, кроха. Да, вот именно, и слава Богу, и спасибо.
Нет, молодец, молодец. Спит он, еще, да, вот да, да. Зубы растут, волосы растут, все растет. Ну, он как раз в этом-то и молодец, понимаешь? Да, конечно, господи боже. Это замечательно. И... Как это ощущается вот после, вот как вот опять, не могу процитировать. Ну, когда есть уже две взрослые дочки, когда есть уже два внука, которые старше дяди их, вот, ну, как это может ощущаться? Это чудо наше, это наша жизнь, это наше. Ну, он похож на ангела такой. И он и похож на ангела, действительно, это есть. Ну, поем что-нибудь. Стихи Давида Самойлова, давай споем песню. А, давай, давай. Мы вспомним, а действительно, так оно и есть. Вот с отцом у нас интересно получилось. Он у нас когда молодой был. Я расскажу историю, действительно, да. Когда, ну, даже не молодой, а совсем-совсем молодой, лет 17 было. В то время была такая практика. Его из педучилища отправили в музучилище по классу вокала. Он 3 месяца попел гаммы. Ну, человек молодой, нетерпеливый, надоело ему, бросил. Ну, как и положено детям, пошли дальше своих родителей. У нас уже... год музыкального образования на двоих по классу аккордеона. И то, извините, у меня. Вот следующая песня на стихи Давида Самойлова, посвящение отцу. Я маленький, горло в ангине. За окнами падает снег, и папа поет, поет мне, как ныне, сбирается вещи Олег. И папа поет, поет мне, как ныне, сбирается вещи Олег. Песни и плачу, рыданье подушки душу, и слезы постыдные прячу, и дальше, прошу. Осенней мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной. Опять у меня, вот, знаешь, забу дыхание сперло, я опять вспоминаю про себя. Знаешь, вот маленький, глупый, больной, почему-то первые воспоминания, наверное, все-таки это какой-то стресс для детского организма, естественно, какой-то грипп, да, какой-то, какая-то... Не птичий, у нас птичьего гриппа не было тогда. Не было тогда вообще, о чем ты говоришь, мы не слышали о нем. А я тоже сижу на руках у отца, завернутый в какое-то старое вот такое, знаешь, не одеяльце даже, а пуховый платок серый вот такой, потому что я в каких-то горчишниках, в промасленной бумаге, и мы смотрим фильм, вот это было первое потрясение, причем мама говорит, тебе было очень мало лет, тебе было где-то, ну, 2-2,5, может быть, года.
И шел фильм по старому вот, телевизору КВН, вот с такой линзой огромной, да, шел фильм «Александр Невский». Я его помню с тех пор. Это был самый страшный триллер. Я даже уже, так сказать, в солидном возрасте, когда было там 10, уже 15, даже 15 лет где-то, понимаешь, я боялась смотреть фильм «Александр Невский». Он меня до такой степени потряс. Видать, это наложило еще на высокую температуру. И вот это «маленький, глупый, больной», понимаешь, вот эти вот фразы, которые тоже сейчас и наверняка попали и в сердца. Кто с гитарой к нам придет? Тот от нее. Да, и не говори, да. А я вот что меня всегда интересует. Дело в том, что, естественно, если у кого есть два ребенка, допустим, он всегда рассказывает всякие истории. Ну вот в истории того, что брат с сестрой или там два брата страшно любили друг друга и, держась за руки, шли по жизни, ну я в это не верю. А значит, вот, да, вот если вот ты как старший брат, да, для тебя не было, не помнишь, потрясением того, что кого-то принесли, как у все-таки тебе 5 лет уже было. У Нет, тебя не было какой-то ревности. Я почему-то себя не помню вот в таком раннем возрасте. Обидно даже, так сказать. Первое мое воспоминание связано с тем, когда меня в 3 года сбил велосипед. И я первый раз чуть не лишился глаза. Меня принесли да. в пять. Я поэтому и говорю, ну вот это все, вот с тех пор... То есть ты меня просто не заметил? Я, в общем-то, не заметил так. его. Но потом он себя вел так... Противно. Противно, да. Вызывающе. Что не заметить его невозможно было. А потом, это же беда старших. Мало того, что родители... да я по себе знаю. Они же отрываются на первом всегда. Отрываются просто. Вот все... Вместо ремень. Я старшая дочь во всех семьях. О чем и речь? Это, да, воспитывать же. Надо же броситься, воспитывать и так далее. А на младшего уже столько сил не хватает. Вот старший должен за ним смотреть, опять же. Да, ладно, можно подумать. Ну, ничего. Не досмотрел. Не досмотрел я что-то. Да, до сих пор точно, приходится досматривать. Ну, несколько раз было у нас страшных случаев. Один раз Вадим, прыгая по мне, прокусил себе язык. Второй раз я колол дрова, он мне помогал, я ему чуть палец не отрубил. Практически, в общем, да. И братские отношения такие. Да, такие братские, добрые отношения между нами поддерживаются до сих пор. Да, все закончилось хорошо. Ну, еще не закончилось. Еще на вечер, да. Я имею в виду, что до дуэта, до образования, до 77-го года вы дожили, с тех пор вы вместе. Скажите, а вы друг другу не надоели? Вот я просто пытаюсь понять. Или вы творчеством живете? Просто когда люди плотно существуют... Во-первых, мы живем в разных... Нет, сейчас жалко, не совсем что мы живем концерт. В разных городах. Да, если бы можно было так мигнуть и на репетицию там или на запись прилетать, да. Не, ну мы, понимаешь, мы все-таки живем в разных квартирах, слава богу. Разные семьи. Живем, когда на гастролях, в разных номерах. Так что... Да ты что? Конечно. Да. Это условия уже. Условия, да. Поскольку жалко, мы не летаем на разных самолетах. Параллельно такое, да. Но тем не менее. Ну, бывает, между прочим, бывает и такое, что, скажем, мы не видимся, там отпуск себе устраиваем и встречаемся уже на сцене. Бывает тогда. А мне кажется, что в вашей ситуации начинаешь звонить и искать просто вот, даже просто знать, да, что где, как. Все ли в порядке? Сейчас-то есть мобильный телефон. Это да, да. Тут-то мы знаем. Но мы же еще родственники все-таки, да, действительно, они партнеры. Каким-то поэтому... образом, да. Да, поэтому... Вы даже не просто братья, а вы были как-то братом и сестрой, по-моему, нет? Или мужем и женой? Помнишь, как вас объявили? Объявили Валерия. Мишукова, да. Мишукова. Может, мы споем еще песенку тоже про родителей, про отца. Споем, как бы, да, такой, на стихи Дмитрия Сухарева. Ну да, она тоже, кстати... к сегодняшней теме нашей. Сейчас, наверное, таких вот костюмов и не делают, наверное. Хотя, кто его знает. Ну, в наше время они были. Когда пошел я в первый класс, в тот самый год, в ту пору, костюмчик был в семье у нас и был отцу он в пору. Отец к нему,
проникнут был заботой. С потертых сгибов бахрому он стриг перед работой. Я кончил школу, выбрил пух и преуспел в науке. А мой отец, как вечный дух, носил все те же брюки. Он по ночам писал, писал учеными словами, а по утрам мундир спасал, мудрил над рукавами. Еще не знали мы тогда, что можно жить иначе, что это бедные года, а будут побогаче. Как жили все, так жили мы, и всем штанов хватило, и эта стрижка бахромы отца не тяготила. Стригаль стрижет своих овец, рантье стрижет купоны, а что стрижет он, мой отец, сюртук и панталоны. Костюмом надо дорожить, отгладь его, очисти, и будет он тебе служить, а ты служи отчизне. И будет он тебе служить, а ты... А теперь мы вернемся к тому, кто вы на самом деле. То есть ты был экономистом когда-то, да, по-моему? На самом деле. Связистом, я связь да. Попил, да. И насколько я помню, ну, из каких-то интервью, все, что вы, да, бесконечно не любили свою работу. А что это кто было? Кто тебе это сказал? Ну, я, по крайней мере, это точно. Я очень любил свои 6 работ. Я уходил из дома... Но сантехником ты так и не стал. Нет. Уходил из дворника. Дворниками мы были, Саня. И дворниками были, да. Ну, это же Рига, да? Но подметать в Риге... Слушай, подметать в Риге, да. Там немножко все чисто. Это сложное удовольствие. С эстонским акцентом ты говоришь. Я уже забыл. Подзабыл уже, да. Латышский акцент, да, давно уже не было. Слушайте, а остались там? Вот кто-то остался? Ну, у меня остался старший сын. У меня старшая дочка там осталась. И старшая жена осталась. Вот, так что... У меня в этом году сын поступил... Представляешь, куда поступил? На международные отношения. Где? Там, в Рижском университете? Да, да. Политология, международные отношения. Тю-тю. Отдал, я думаю. Не, Но просто такой фамилия Мещук, ему там ничего не светит, понимаешь? Президентом ему не быть. Нет, хотя у него, да, хотя как у всякого молодого нынешнего человека, он премьер-министром хочет быть. Премьер-министр хочет быть. В Латвии, да. Вот будет у нас свой человек в Латвии. Нет, это хорошо, давайте выращивать там. Да, да. Обязательно. Потому что нет, это, кстати, может быть. А... Что, вот, как вы вместе вытворяете, да, что? Дело в том, что я сейчас сразу вам расскажу, вот что я имею в виду. Про своих родителей. У них есть несколько песен, которые они написали вместе. Вот одна из них «Да обойдут тебя лавины», потом отец, правда, они ее начали писать долго, у них там были какие-то непонимания или понимания наоборот. В конце концов, они ее не дописали, и вот отец, уезжая в определенную в какую-то еще командировку, он прислал маме телеграмму, типа «Вчера дописал твою новую песню». Да, и так далее. Это раз. А второе, когда была такая проходная довольно песня «Бегут, бегут колеса», она называлась, они ее писали вместе. Вот это было очень показательно, потому что они переругались. Из-за строчки отец хотел, чтобы рассветы были красивыми, а мама хотела, чтобы рассветы были холодными, потому что она говорила, что красивыми это сильно банально. А так как мы жили в коммунальной квартире на Неглинке, была моя бабушка, и я была совсем крохой в одеяле. В результате родители по принципиальным соображениям творческого характера, мама завернула меня в одеяло и в ночь, в глухую, в зиму попыталась уйти из квартиры. Ей преградила путь бабушка и сказала, мне плевать на то, какие у вас рассветы, вы мне простудите ребенка, забрав меня. В общем, короче, они к утру пришли
пришли к консенсусу, они рассветы стали дрожащими. Да. Но это была одна из последних их совместных написанных. То есть это вот такие творческие распри. Мы не зря сказали сегодня. Я не знаю, может, Вадим меня не поддержит, но я надеюсь, что все-таки поддержит. 30 лет, да? 30 лет. Я возвращаюсь к этому. Вот действительно, твой вопрос очень актуален и сегодня. Да? Особенно, может, сегодня. Как это мы вот 30 лет продержались? И идут ли... Это столько возможностей для творческих споров, для битья... А кто сказал, что это плохо, понимаешь? Частей? Тут еще есть вот и такое, да? Нет, дело в том, что... твои-то все-таки так и развелись. Ты знаешь, это не одна пара на этом ломалась. А мы до сих пор... Вот, умение находить компромисс. Это муж и жена, я слава богу. Да, но тем более не муж и жена. Поскольку у мужа всегда главный враг жена, а у жены муж. Понимаете? Нам немножко легче все-таки в этом плане. Не видимся каждый день. Ну, в принципе, каждый день. Да, практически каждый день. Но все-таки, как бы, понимаешь, не 24 часа. Ну, скорее всего, это как раз обоюдное умение найти компромисс. Вот в чем все дело. Чего и другим желаем. Да, какая-то песня вот из последних компромиссов, скажем. Компромиссов? Ну, давай споем эту. Давай. Кстати, да. Давай, на стихи. Опять же, Леша Морозова. Вот она войдет у нас в новый альбом. Она. Слушай, а я играл... Относительно новая песня. Я играл песню, по-моему, у меня не была включена. Да. Ну, это не страшно. Ну, в принципе, здесь играет. Или там играет, да. Ну, ладно. Ну, вообще. Пошли. Когда тело с душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, в благодарных домах останется непоставленный голос мой. Семь аккордов, одна октава, да в строку бы попасть успеть, чтоб Москва, Нью-Йорк и Варшава еле слышно смогли подпеть. Думать, как бы чего не вышло, угождать, присмыкаться, врать. Ни к чему, все равно Всевышний всех построит у царских врат. Тишину застекленных стульей не проникнет мой робкий стих. Пусть меня на земле осудят, пусть Отец Небесный простит, что жемщик потихоньку трогай, на ухабах не спи, гляди, полетим столбовой дорогой, след поющему впереди. Не испорчен славой земною, не причистен к лику светил, слышу, как поет за спиною тот, кто песенку подхватил. Душой расстанется, когда свет породнится с тьмой, в благодарных домах останется непоставленный голос мой, непоставленный голос мой. Ребята,
Ребята, а вы поддерживаете отношения вот с вашим первым составом «Домино»? Ну, когда бываем в Риге, поддерживаем обязательно. Я думаю, что, может быть, мы, если вот все будет удачно, если у нас будет состояться концерт в ноябре месяце, я думаю, что мы планируем его в театре «Эстрада», скорее всего, он будет, то, конечно, мы обязательно постараемся их вызвать туда, потому что мы хотим показать людям, да, нашим зрителям, с чего мы начинали, там промежуточные какие-то этапы. Я не знаю, найдем ли мы наших скрипачек, потому что у нас было две скрипачки периодически. Так. Ну и Сергей Буданов, который играет на всем. Играл, наверное, сейчас уже не знаю, на чем он играет. Да, и, наверное, еще те составы, которые с нами уже играли, как бы и музыканты разные и так далее. В общем, может, и песни века будут, в общем... Ну, кстати, о песне «Лёня века» Сергея, ведь... Лёня Сергея. Да, Сергея. Ну, Сергея, это потом все будет в афише. Аранжировщики наши, да. Все будет в афише, я думаю, да. Ну, мы же обросли друзьями, слава богу. А пока, я думаю, я так понимаю, что наша передача смотрит в Израиле, будут смотреть. Да. И мы хотим, не знаю, обрадовать, может быть, наших слушателей в Израиле. Мы уже давно очень не были в вашей замечательной стране. Что вот я знаю, что 18-го... Апреля. В Тель-Авиве будет у нас концерт, а потом будет фестиваль, я не помню, как он называется, в общем, фестиваль сделан как раз вот на Трех озерах, наверное, все, которые живут в Израиле, они знают, что это такое. Три озера, три брата, как они называют, под Хайфой, да, и там будет фестиваль как раз сделан под нас. Красивое под место, наши да? Это великолепное место, такой оазис, там в любое время года вода в этих озерах, она прозрачная, там, в общем, там всегда 27-28 градусов. Место, да, ну, тогда что-нибудь тоже про красивое место. Про красивое быть. Место? Ну, сейчас подумаем. Предгастрольное что-нибудь. Предгастрольное? Да нет, вот что-то сегодня грустные песни какие-то. Ну это я вас, по-моему. Нет, не грустные, нет. Нормально, темный фон, понимаешь? Я просто подумал. Да, мы в темном, да. Логично. Давай, как раз, ну, да. Это предгастрольная. Эта песня довольно старая такая, она относится к тому периоду, когда мы перебирались из Риги в Москву. Не то, что даже перебирались, просто мы вдруг, работая в Москве, существовал еще Союз, а жили в Риге. И вдруг мы себя обнаружили в Москве в эмиграции. Вот так вот получилось. И, конечно, был ряд песен на эту тему. И вот одна из них, которую мы, конечно же, себе любимым посвящали. А потом оказалось, что эти песни уже там поют, провожая людей навсегда. Как бы. Да. И в Америке, в Израиль. Да. А потом, в общем, друзья-друзей уже там пели эту песню. Да, таким провожающим. А теперь мы этих наших же, думаю, что навсегда, видим их по 2-3-5 раз в год. То у них там, то они к нам. Ну, все равно песня актуальная, нам кажется. На стихи Бориса Чичибабина. Остающегося знаю.
сердца останусь с уходящим. Помирюсь с остающимся, останусь, но в конце пути сияй. Мама когда-то сказала, что она слышала в какой-то очень умной передаче, именно философской, психологической такой, вот чем Алексей Морозов занимается, по поводу того, что на самом деле хуже тому, кто уходит, ему тяжелее, и ему надо помочь. Как ни странно, вот в любой ситуации это так. Я, ребят, вас ужасно люблю, я благодарю вас, что вы были сегодня гостями моей передачи. И я хочу сказать, Валера, у нас была не грустная передача, она была лирическая. И вот та, ну, которая, да, по, да, идее, ее вообще надо показывать, знаешь, перед программой «Ностальгия», ее надо показывать как программу отдельную там. Вот. Вообще, спасибо тебе, хотим сказать, потому что как-то так получается, что на телевидении редко удается вот самому выбрать вот череду таких песен, которыми мы действительно сильно-сильно дорожим. Я вообще считаю, что нужно петь то, что хочет, что автор лирические. Сейчас. Это так мы стараемся делать, да. Но так, чтобы вот целую череду лирических песен получилось спеть. Такое еще у меня, хорошо, да, вот, это прекрасно, но у меня есть одна, можно я как-то в школе, да, у меня есть одна заявка, моя личная, естественно, вы знаете, о чем я говорю, мало того, что я вас предупредила, да, это ваша такая вот, знаешь, есть такие финалочки, завершалочки, вот, окончалочки, вот это вот ваши песни, это не «Милая моя», сегодня, пускай сегодня это будет «Не милая моя», а я должна... А ты в машине, нет? Нет? Давайте куплите спать, хочешь? Ну, только быстро. А, семь наш. Знаешь, это народно-баварская песня. Нужно петь ее немножко с немецким акцентом, с пивом, знаешь, такая бы, да, и в общем. Вот это заключалось, как бы, знаешь, я думаю, что ящик бы обрадовался, вот слышал бы. Там, где началось. Один куплите. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихий печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и закончилось все, расставаться пора. Хо-хо! Милая моя, солнышко лесное. Муж пошел за пивом потом. Ну, пошли, да. Я хочу сейчас попрощаться с нашими телезрителями и сказать, что в студии была Татьяна Висбор, Валерий и Вадим Мещуки. Я с вами прощаюсь. Вспоминайте нас. И через неделю, пожалуйста, не забудьте включить телевизор, телеканал «Ностальгия», и мы обязательно споем вместе. Ну, мы ждем встречи с вами. На стихи Юрия Левитанского. Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я, уже там стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасно. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога. Вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины были, Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность, вражда и злоба. Но
комья земли стучали о крышку гроба. Ставит схорон над темною той рекою, ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна, штопаны, перештопаны, мяты, биты. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо багрово-красно перед восходом, лес опустел морозно, вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно.